Можно задать вопрос, у меня их два. Украина известна своим высоким уровнем коррупции. Даже сейчас, во время войны, приходит из-за рубежа помощь, но часто она до места назначения не доходит, оседает на складах, чтобы потом ее продать. Сохранится ли коррупция в Украине и дальше? Есть ли страны, где ее вообще нет? Но совсем не эзотерический вопрос, хотелось бы вам сказать. Если вы живете в своей стране во время того, когда здесь война, то верьте в лучшее. Не обращайте внимания ни на что. Цель любых таких разговоров – это столкнуть людей и дестабилизировать общее состояние людей. Сделайте так, чтобы эти люди начали дестабилизироваться. И это поможет той стране, которая нападает, выиграть. Именно поэтому верьте в то, что все нормально. Дело в том, что это все не доказано. Да, всегда будут люди, которые будут там довозить, не довозить, забирать, воровать или еще что делать. Но поверьте мне, это не в глобальном количестве. Этим занимаются правоохранительные органы нашей страны. И поверьте мне, у них все хорошо получается. Это знаю 100%. Поэтому не слушайте такие видео, чтобы эти видео... или кто бы это ни говорил, насколько досконально человек знает тему, знайте, что все под контролем и все идет хорошо. Коррупция, она не в огромных размерах, поверьте мне, не все так плохо, как вам кажется. Если было бы все как, так плохо, Украина бы уже 100 раз проиграла то, что сейчас в ней происходит. За каждым человеком стоит род.